Юра Шумас, вы знаете, что сегодня собрались люди по обе стороны парка Шинкова, вопрос был связан с избиением ветеранов, которые не должен нас разделять на своих и на чужих. Это такая вот святая, что называется, тема. А мне со своей стороны было поручено прийти к президенту, озвучить резолюцию тех, кто собрался на той стороне. Президент нас выслушал, сказал о том, что мы будем вопрос этот решать в рамках закона. Дело находится в Генеральной прокуратуре, заведены уголовные дела. Если со своей стороны непосредственно участника что-то не нравится, или считает, что дело ведут предвзято, он готов пойти на встречу, поменять следователей, и в конце концов есть возможность всегда подать в Верховный суд. Вот на этом мы сегодня и разошлись. Я как вижу эту ситуацию, то главное, мы и в 2014 году, и в 2020, и в 2021, я уже директор, прошли через очень сложные этапы в нашей новейшей истории, которые повториться не должны. И здесь одно с другим увязано, там же нельзя, и возможности не представлялись. Да, все верно. Спасибо. Дальнейшие действия.